Программа этого утра была необычайно насыщенной. Знакомство с ювелирной коллекцией, дизайнерской концепцией Анны Ракель, а также внутренним и внешним содержанием гардероба для сна. Шелк до сих пор собирают вручную. Его до сих пор перерабатывают, растягивают, и все это делается вручную. Если вы посмотрите, то вы увидите, видите, сколько слоев. То есть это каждую куколку при определенной температуре нагревают, растягивают до определенного размера. Скатываться оно не будет, потому что оно специально сложено слоями, одеяло обязательно все простегано. Соответственно, у вас не будет ничего там собираться. В гардеробе деловой женщины все должно быть качественно, стильно и практично. А еще, по мнению владелицы бутика «Милана» Татьяны Баевой, важно учитывать настроение, о котором сама клиентка иной раз только догадывается. Пошло такое направление, что покупают сразу несколько базовых вещей, которые комплектуются между собой. И исходя из этого, можно составлять комплекты и использовать это для любого случая. И чисто платьев осталось мало, потому что платье покупается все равно для определенного случая. Любая женщина по-другому себя чувствует в платье. Поэтому вот начали с такой фирмы. Тема рациональности не обходит стороной даже самых увлеченных модниц. Порой приходится идти на хитрость, чтобы создавать видимость огромного количества новых вещей. Каждая следующая коллекция сочетается с предыдущей. И поэтому, имея там, например, юбку с прошлого лета, получив новую блузку, это все будет комплектоваться и все смотреться очень свежо, актуально и модно. Чтобы не отказывать себе в удовольствии ювелирного характера, дизайнеры предложили обратить внимание на серебро. В последнее время спросом пользуется ювелирное украшение именно серебра. Во-первых, не отличить от белого золота, то есть внешнее. Оно настолько эффектное, покрывается родием, да, у него, соответственно, такой блеск идет естественный, так как у белого золота. Ну и в практике, то есть если раньше серебро, оно желтело сразу же практически, то сейчас обычно в практике можно использовать серебро очень долгое время. Демократичное по цене, серебро отражает все популярные направления драгоценной моды. Классику, флористический дизайн, крупные формы, коктейльные украшения, а также сочетание цветных камней. До сих пор сейчас сочетают несочетаемые камни, то есть это как, допустим, зелень с красными камнями, синим, желтыми. То есть это пошла такая тенденция еще как бы вот с летнего периода, и до сих пор это лидирует. Именно дизайн украшения настолько разнообразен, что каждый может подобрать себе любое ювелирное украшение, как и по виду, так и по цене. Быстро, емко, душевно. Такое количество информации всего за час-полтора ничуть не смутило присутствующих. Возможность совместить полезное с приятным гости оценили очень высоко. Это прежде всего знакомство с новыми людьми и, конечно же, масса впечатлений, позитивных эмоций и новинок. Знаете, мне очень нравится, очень комфортно, камерно, вот в такой вот душевной обстановке. Утром встретиться действительно с приятными людьми, выпить кофе. Хорошо, что это все проходит с утра. Я, конечно, не против и вечерних каких-то встреч, но с утра это тоже очень... важно, оптимистично, очень рада всех видеть, даже тех, кого уже давно не видела, это хороший повод встретиться. Это очень удобно, в первую очередь, и очень на сегодняшний день актуально, тем более сейчас январь, зимние праздники закончились, все соскучились по общению. Традицию бьюти-завтраков решено продолжить. Что же станет темой следующей встречи, выяснится в ходе исследования интересов современной женщины.